Добрый день, дорогие друзья, подписчики нашего канала. Мы решили сегодня для вас записать встречу с вопросами вашими и ответами Влада и Веры. Приветствую Влада, приветствую Веру. Приветствуем всех. Доброе время суток. Я могу начинать с первого вопроса. Пожалуйста. Да? В комментариях пишут часто, как попасть к вам на сеанс. Самый простой путь – это открыть описание к видео и посмотреть контакты к Ольге в Телеграм, других каналов. Контактов у нас нет. Мы используем только Телеграм. И через Телеграм написать Ольге, Ольга ответит. Все? Да. Второй такой вопрос, с которым часто обращаются ко мне, пишут. Могу ли я заказать чистку своему мужу, жене, сыну, дочери втайне от него? Так как он в это все не особо верит, а я хочу ему помочь. Ну, ключевое слово, я думаю, здесь втайне и не верит. Это уже отвечает само по себе уже на этот вопрос. Во-первых, втайне ничего не делается такого плана. Человек должен сам быть готов изъявить свое желание, иметь намерение для того, чтобы очиститься от интерферентов, он должен точно понимать, что в нем есть интерферент. Единственное, кто может, не спрашивая разрешения, но желательно объяснить, ну, если, конечно, ребенок маленький, не надо, но до 16 лет мама в состоянии сама принимать решение за своего ребенка. Мы бы рекомендовали где-то до 12-14 лет, потому что с 14 лет человек уже начинает становиться личностью. Вот, ему надо, конечно, показать наши сеансы, объяснить, о чем идет речь. Он должен это тоже понимать. Вот. Но до 14 лет мама может принимать. Взрослые же обязаны сами к нам обращаться. Видео, мы смотрим эти видео, мы чувствуем эту энергетику, мы понимаем, человек повторяет чьи-то слова, или человек искренне хочет сам избавиться от этих сущностей, сидящих в нем, и тогда мы принимаем решение, кого мы берем, а кого мы не берем. Мы отказываем около 50% наших клиентов, которые к нам обращаются по поводу того, что или это праздное любопытство, или сделайте так, чтобы мне было хорошо, а вот это все ушло, не вникая в причины. Такие люди, таким мы отказываем. Но мы сразу понимаем по вопросам, когда они нам их задают. Те, кто действительно поражен сущностями и понимает, что они в них сидят, те их видят иногда, те чувствуют их и прекрасно понимают, что это что-то чужое. А люди, которые не понимают, это не просто приходит из желания, но сделайте что-нибудь, вот, чтобы мне было легче. Это такие к нам не попадают, потому что это комплексная работа. После этой работы надо человеку самому развиваться, самому заправлять себя энергией, самому сбрасывать негатив. И именно те, о которых я говорил, они этим заниматься не будут. Поэтому мы их не берем. Все. Вера, хочешь что-то добавить? Да, пожалуйста. Я хочу добавить. Вопрос был, почему нельзя без чьего-то разрешения делать чистку, обращаться к нам. Мы не берем людей, если человек не знает вообще, что проводится какое-то действие над его тонкой копией душой. Да? Дело в том, что это не поможет, когда человек не понимает, о чем идет речь. А во-вторых, когда мы поднимаем тонкую копию, мы спрашиваем у нее разрешение. Можем ли мы ее чистить, дает ли она согласие? Когда человек не знает и не понимает, тонкая копия начинает нервничать и говорит, где я, кто вы такие, что происходит, понимаете? Естественно, мы возвращаем назад, если тонкая копия не согласна. У нас очень мало, один или два таких случая было. И то человек дал свое согласие, но тонкая копия запретила продолжать чистку. Там были определенные причины, мы потом их выяснили. Но отвечая на вопрос, почему? Потому что это не поможет. Человек должен прочувствовать, услышать, видеосеанс просмотреть или аудио, вернее, сеанс прослушать, понять, что это о нем, понять, что с него вытащил. То есть он прожить должен это, захотеть и прожить. А здесь этого нет, поэтому это не поможет, поэтому мы не берем. Кроме того, это запрещено законами астрала, такие тоже есть, запрещено
поднимать людей без их личного разрешения. Это очень-очень сильно наказывается. Это также касается тех, кто лезут к душам, которые перешли, уже закончили земную жизнь. Это очень серьезно наказывается, это запрещено. Больше мне нечего добавить по этому поводу. Мы работаем строго по правилам. Хорошо, Ольга. Следующий вопрос такой. Почему вы не всех берете на чистку и некоторым отказываете? Ну, мы отказываем ровно половине практически, если смотреть по статистике. Человек, обращаясь к нам, присылает свою фотографию, присылает описание, или, если мы требуем, то еще и видео. И по этой видео, по этой фотографии, по этому описанию или этому видео мы сразу понимаем, с кем мы имеем дело. То есть уже постановка вопроса, она в нас сразу откликается. Или это наш человек, вернее, наш клиент, или мы ему не сможем помочь, потому что он сам не знает, чего он хочет. Вот. Или это начальная стадия эзотерики, или это чисто праздный какой-то интерес. У нас есть свои пункты, по которым мы смотрим, подходит человек, поможем мы ему или нет. Вот. Потому что мы это сущности уберем, но дело в том, что если человек ничего в своей жизни не изменит и будет дальше продолжать жить так, как есть, так как жил, не меняя своих привычек, не меняя отношение свое эмоциональное к этому миру, если он будет эмоционировать, если он будет дальше ругаться, кричать, и просто это воспримет как массаж. 5 сеансов ему прописали массажа, вот он их прошел, у него спина пропала, перестала болеть. Это другой случай, мы занимаемся совсем другими вещами, поэтому здесь требуется именно работа человека после сеанса. Если люди этого не понимают или не готовы принять эту информацию, то они к нам не попадают. Следующий вопрос. Можно я добавлю по этому вопросу еще? Мы не берем людей, которые занимаются магией, сами занимаются и просят нас почистить их. Мы не берем людей, которые просят открыть им денежный канал, не понимая вообще, что происходит и в чем заключается суть нашей работы. И мы не берем людей, которые пришли из праздного любопытства. Не надо путать с интересом. То есть человек, когда развивается, у него есть здоровый интерес, и он как бы после чистки приходит какое-то развитие. Это одно. Но когда он наткнулся, увидел что-то, услышал, суть не понял, но ему любопытно, это совсем другое. Таких людей мы не берем, и их видно сразу с начала вопроса, который он ставит, в принципе. И как он его ставит, да. Да, я хочу добавить, что человек должен знать, что это за чистка, что вы делаете, и смотреть видео на нашем канале, чтобы понимать, что это такое. Мы объясняем, да, мы просим как раз, Ольга задает вопросы, как много видео вы дает шанс, как много видео вы просмотрели. Люди, которые пишут одно видео или два видео, только вас нашла и так далее, мы тогда им рекомендуем посмотреть наш канал, то чтобы они точно понимали, о чем идет речь. Вот. Потому что это меняет жизни людей, и многие просто не готовы сделать какой-то новый опыт в своей жизни. Многие чувствуют себя отлично с интерферентами, есть и такие. Есть люди, которые контракты с ними заключили, мы всякое встречали. Но в этом случае мы смотрим в каждом конкретном случае отдельно. Да, следующий такой вопрос. Лечите ли вы людей, какие болезни и сколько нужно таких сеансов лечения? В принципе, одного сеанса достаточно, 1-2 сеансов, при условии того, что человек регулярно будет соблюдать наши рекомендации и заправляться именно теми энергиями, если мы кого-то лечили, которые мы рекомендуем ему использовать. Потому что каждая болезнь, каждый орган имеет свой цвет, каждая энергия имеет свое название. И есть специальные техники, которые нам были переданы. Мы в состоянии уже где-то на 70-80% сами справляемся. Если попадаются очень тяжелые случаи, которые мы не знаем, как решить вопрос, я прошу совета или веры у архангела Рафаила. Он нам отвечает или подсказкой, какую надо послать энергию, или какую произвести, какие действия произвести, или
В конкретном случае, если у нас такой технологии нет, то он говорит поднять клиента к нему наверх, в клинику Архангела Рафаила. После получения разрешения нам открывается дорога, и мы поднимаемся на клинику Архангела Рафаила, и там он производит сам личное лечение к нам. У нас он лично сам приходит всегда и сам смотрит клиента. Там где-то порядка 10-15 минут длится вся процедура. Вот. Мы стоим с открытыми ртами, там смотрим, как это все красиво, и как это все... Он объясняет, как он делает, мы это все видим, и потом применяем это в своих уже сеансах на своем лечении. Вначале нашей работы мы часто встречались с Архангелом Рафаилом, но пока вот таких вопросов, которые мы к нему обращались, уже в последнее время намного меньше, потому что, во-первых, у нас есть специальная техника, которая это делает, которая в состоянии различить любую болезнь, и подсказки идут с разных сторон. Вот так этот весь процесс проходит. Если человек будет регулярно работать над собой после сеанса, он почувствует, безусловно, облегчение. Вот, но он должен визуализировать все эти энергии после сеанса, о которых мы говорим. То есть этот процесс длится еще по себе где-то несколько дней, недель при его активном участии, и тогда приходит излечение от этого недуга. То есть из ничего ничего не бывает. Здесь надо приложить свои усилия. Мы убираем этот камень, вот, но машину все равно надо заправлять, чтобы она дальше ехала. Поэтому здесь очень много зависит от намерения человека, от его желания избавиться от этой болезни, вообще от понимания этой материи. У него есть кураторы свои, у него у каждой души есть кураторы. Если это опытная душа, она может установить связь с куратором. Куратор всегда ей может подсказать, но надо знать, что это куратор, а не какой-то интерферент. Здесь есть свои нюансы. Вера, ты добавишь? Ну, я немного добавлю. Я бы просто в целом объяснила, как происходит, чтобы человек понимал, что значит лечение. То есть, что происходит при лечении? Когда мы смотрим тонкую копию, и, значит, органы, которые требуют определенного лечения, они подсвечиваются, идет информация, что с ними делать, как делать. То есть это всегда разные, всегда разные методики, всегда разные энергии. Это очень индивидуальный подход к каждому тонкому телу, скажем так, каждой душе и органу. То есть, когда мы поднимаем тело, тогда и приходят технологии, тогда и дается способ излечения, понимаете? И, как правило, дается определенная энергия, что-то вычищается, что-то убирается, что-то лечится энергиями, которые циркулируют потом еще, как Влад сказал, несколько дней. И вот здесь человек должен уметь визуализировать, прогонять эти энергии через свое тело в течение этих... трех дней, верить в это, естественно, и только тогда добивается, получается какой-то результат. Да. А сколько раз, сколько дней, можно потом еще сделать проверку, можно запустить, но в основном это с одного раза человек начинает чувствовать или понимать концепцию, как продолжать это лечение, то есть визуализировать также и... Многим очень помогает. Есть болезни, которые вызваны интерферентами и их воздействием. Они обычно сами по себе после того, как они уходят, да, проходят. Все лечение это после чистки тоже. Да, но есть болезни, например, такие как тяжелые какие-нибудь болезни, которые слишком долго уже в хронической форме какой-то, и здесь совсем другой подход. Мы всю эту информацию получаем, и причем получаем ее в каждом конкретном случае. Да, здесь работа человека очень важна. Да. Мы со своей стороны делаем все для этого. И ну, вот как человек действительно после этого будет работать над собой, тем быстрее. Своими тонкими телами. Со своими тонкими телами и с энергиями. Да. Он должен представлять, как-то чувствовать эти энергии, обязательно визуализировать этот весь процесс. Вот так это все идет. Хорошо, такой теперь следующий вопрос. Почему вы не чистите бесплатно и почему не разыгрываете сеансы, как это делается на других каналах? Я объясню. Есть такое понятие, как энергообмен. Энергообмен – это именно тот механизм, тот ключ, который заключает процесс излечения человека или освобождения его. Если ты ничего не инвестировал во что-то, ты ничего не можешь получить.
Все, что приходит даром, даром и уходит. У нас был случай в начале нашей работы. Я кого-то чистил и пригласил архангела Ханиила для того, чтобы он дал свои энергии этой девушке. И он посмотрел на нее и сказал, что почему я должен ей давать энергию? Она в ответ ничего не дала со своей стороны. То есть она никакую молитву не произнесла, она никакой просьбы не обращалась, она вообще ничего не делала. И вот тут он объяснил нам именно суть этого энергообмена. Мы не касались материальных средств. Энергообмен может быть в любой форме. Вот. В форме материальных средств это один из таких вариантов. Просто это лечение не даст никакого смысла. Вы ни одного человека не найдете, который выигрывает сеансы и через месяц остается чистым. Даром пришло, даром уходит. Нет стоимости этому всему, значит, оно не стоит ничего. Вот так просто это объясняется. Здесь не играет никакой роли какое-то материальное желание с нашей стороны. Мы очень далеки от этого. Как я объяснил, мы половине отказываем. Если бы не отказывали никому, у нас намного бы было больше, возможно, клиентов, но мы этого не хотим. Мы хотим именно помогать тем людям, которые этого достойны. Ты не можешь получить что-то, ничего не дав за это. Это весь принцип. Поэтому я объясняю. Все эти розыгрыши, которые проходят, приглашаем там вас в школу какую-то, регрессологов, мы там выиграете этот, или выиграете у нас сеанс, напишите ответ. Это все бессмысленно. Это действительно обыкновенный ход маркетинга. Больше ничего. Человеку лично это не поможет. И именно этого мы хотим избежать. Мы относимся очень серьезно к нашей работе. И никогда не будем делать то, что не поможет человеку, или давать какие-то советы, которые не помогают. Это не помогает. Поэтому мы полностью отложили у нас это в сторону. У нас было несколько случаев, когда мы хотели это сделать, но пришла информация, что толку не будет. Даром пришло, даром ушло. Это к вопросу о бесплатно. И второй вопрос насчет финансовых средств. Мы 1.5 года вообще, с самого нашего начала, вообще не поднимали никогда цен на чистки клиентов. Мы проводим 2 сеанса, в отличие от других людей. Мы проводим основной сеанс и бесплатный контрольный сеанс по желанию клиента в течение месяца. То есть, если так посмотреть по стоимости нашей работы, там вообще говорить не о чем. Вот. Но определенное средство, определенная сумма за наши энергии должна быть. Человек просто не понимает, мы очень тратим, люди не понимают, мы очень много своей личной энергии, собственной, тратим, отдавая, леча, вытаскивая, воюя в астрале. В астрале, как Вера говорит, время бесценно. Вот. И мы это, в принципе, ощущаем потом на нашем состоянии, или там до 4 утра ты не можешь заснуть, или другие какие-то вещи. То есть мы инвестируем свою энергию. Человек, который не инвестирует ничего в ответ, мы не можем таких людей брать. По причине нет энергообмена и по причине, что это не даст смысла. Все. Да, хорошо. Теперь переходим к вопросам о нашей школе, об обучении. Школа Арго. VP2. И такой вопрос. Как попасть к вам на обучение? Почему вы берете на обучение только после чистки у вас? На обучение мы берем действительно очень небольшую группу, от 8 до 10 человек максимум. Вот. И мы выбираем из людей, мы выбираем перспективных. Мы должны знать, с кем, кого мы будем обучать. Вера уже объяснила, мы не берем людей с прошлым, с черной магией или каких-то манипуляторов, или НЛП, или странных эзотериков, я их так называю. Вот. Как это называется? Слово это выговорить не могу. Вот. Учение, которое ящеры дали. Космология, да. Это их учение. И гуманоиды. Я думала, ты скажешь косметологов. Это вот я почти сказал. Они-то тебя чем обидели. Почти сказал, да, но получилось все-таки.
Вот. Это учения, которых людям будет, людей очень трудно будет переучивать, и они уже подключены к очень таким неприятным вещам. В общем, мы решаем в каждом конкретном случае сами, но только после чистки и, или встречи с куратором. Потому что встреча с куратором возможна только после чистки. Тогда мы знаем уровень высшего «я» человека, тогда мы знаем его изнутри. Мы не хотим просто случайных людей, потому что эти знания, которые мы передаем, это знания не для всех. Эти знания защищены. Те, кто повторяет наши слова, не являясь подключенным к арго, рискуют получить очень серьезный удар. Поэтому мы этого, так сказать, не делаем, мы выбираем только тех людей, которых мы знаем, их прошлое знаем, кем они были, их уровень высшего «я» знаем, их ступень развития, их осознанность, намерения мы читаем по письмам, которые нам пишут, или же просим даже видео нам прислать, если есть какие-то вопросы. Только этих людей и, как говорится, только после чистки. У нас нет необходимости набирать кучу людей. Как это делается, массовый такой продукт. Мы делаем такой кастом-шоп продукт. Это продукт, который... Это те люди, которые имеют то, что другие не имеют. И поэтому здесь не надо большое количество. Но это будут именно те люди, которым на 90% их ведут кураторы, и они находят нас. Случайные люди не попадают к нам на обучение, скажем так. 80% наших учеников умеют то, что мы умеем. 20% всегда отпадает. Бывают такие, в общем-то, случаи. 20%, 80 на 20% – это такая магическая формула. Но у нас 80% отличные, замечательные выпускники. 20% отошли немного в сторону другую. Вот, ищут свой путь. Вот так вот. Они всегда остаются с нами на связи. Мы все выпускники у нас есть в группе выпускников. Они получают регулярные обновления, апдейты. Потому что в астрале все меняется в течение 2 недель, 2-3 недели, и уже абсолютно новые техники. И мы постоянно эти техники получаем и передаем их нашим выпускникам. Потому что то, что действовало полгода назад, сегодня уже вы не найдете эту сущность. Вы не знаете, как ее искать без этих техник, без этих апдейтов. У нас они есть. Следующий вопрос. Если, такие... если можно, я бы добавила еще по поводу школы. Здесь есть такой пласт, который Влад не затронул вообще. Многие, кто приходит в школу, интересуются, прежде чем прийти в школу, думают, что мы научим их защищать себя, защищать своих родных, чистить себя и родных. Защищать дома, машины. Но мы этому, конечно, всему учим наших учеников. Но главная наша цель – это создать пары, слипер и гипнолог. Понимаете, люди, которые приходят в школу, они должны четко понимать, что они будут работать в паре. И они не должны подвести своего партнера. Вот это многие не понимают. Они думают, вот мы придем, научимся что-то и пойдем своей дорогой. Вот таких мы стараемся не брать и вычислять заранее, потому что у человека должно быть 2-3 часа свободных день, чтобы он в течение месяца мог проводить эти сеансы, чтобы он мог учиться, чтобы у него было элементарное свободное место, потому что он будет погружаться с другим человеком. А так как время у нас, обучение ограничено, другого человека, своего партнера, он подведет. Понимаете, то есть человек, который приходит, ученик к нам учиться, он должен четко понимать, куда он идет и зачем. Он должен понимать, что он будет работать с партнером в паре, и он за него ответственен. И он должен быть подготовлен к этой школе. У него должно быть время на это, ресурсы, да, программы определенные, Zoom, наушники, которые работают. Это все очень важно. Люди, кто обучился, они это прекрасно поняли. И на всем протяжении месяца мы боролись то с неправильным подключением наушников, то щелчки не слышно у нас было, то еще что-то. То есть человек, который идет, он должен понимать, что, насколько это серьезно, и что он берет ответственность за своего партнера. Он и не только за, Вера, и не только за партнера. Он берет, в конце концов, ответственность за клиента, которого он будет чистить. В конце концов, за клиента. Я говорю по
Про время обучения. То есть да, вы есть... теряете время с человеком, который не подготовлен и пришел просто так, и у него даже нету места, чтобы в транс войти и сделать сеанс, понимаете? Да, мы действительно хотим, мы выпускаем воинов света. Они сами себя так называют, потому что то, что они получают, и то, что им помогает, это именно свет. Вот. И они все понимают и хотят, что они дальше заниматься этим делом. Причем не раз в полгода, не раз в месяц, а на регулярной основе. Это 1-2 раза в неделю, если не больше. Сначала начинается с чистки, такие люди начинают с чистки своих родственников, друзей. Потом они переходят на клиентов. И тогда уже, это уже более серьезный этап. Тогда они начинают уже работать и с сущностями, и проводить все эти вещи, которые мы проводим. Вот, это все очень высокая ответственность. То есть нашу школу мы не берем тех людей, которые не желают после школы работать. Если они думают, они пришли получить какой-то заряд знаний и потом дальше идти искать себя, нет, таким еще рано к нам. Ищите свои знания, к нам приходят те, которые уже знают, что они хотят и куда хотят. И у них это всегда отзывается в голове таким щелчком. Это мое или это не мое. Все, здесь черно-белое, больше ничего нет. Если это твое, ты дойдешь до конца. Вот, 80% дойдут, 20% отпадут. Пары мы меняем на протяжении обучения, так что обучение, всегда возможно. Обучение найти. Очень интенсивное, 4 недели по 2 раза в неделю. Причем между этими двумя разами в неделю еще домашние задания, которые нужно исполнять, которые нужно делать. Сначала по одному, потом в паре. А в паре это уже 2 погружения. Вы уже сами, потом наши ученики читают все эти тексты, второе потом меняется местами. Очень интенсивно, очень мало времени. И после этого еще месяц практики, который нужно обязательно пройти. Мы на связи постоянно, 24 да. часа в сутки. Мы никогда не оставляем наших выпускников, те, которые у нас в группе, они все к нам пишут, и мы им даем апдейты. Обновления очень часто приходят нам. Или мы встречаем что-то новое, то есть они практически всегда имеют последнее состояние такого технического апдейта и в состоянии решать новые проблемы, которые должны решать. Еще такой вопрос по школе. Есть ли такие ученики, которых невозможно обучить? Были ли такие? И, может, расскажете, как можно подготовиться к школе? Может, какие-то особенные советы? Что нужно делать для того, чтобы попасть к вам в школу, как готовиться, какие техники может делать, или ничего не нужно делать? Ну, вот такой вопрос. С нуля начинать, в принципе, всегда можно, потому что все новое это есть, начинать с нуля. Но какой-то определенный запас знаний должен быть. Нужно понимать, то есть то, что мы делаем, хотя бы по нашим видео. Все наши выпускники смотрят, которые наши видео, они их совсем по-другому смотрят. Они теперь знают, как это делать. Они знают техники, как достичь того-то и того-то. А все остальное прикладывается. Это опыт и желание. Какой там первая часть вопроса была? Повтори, Ольга. Если такие, которых невозможно обучить. Мы делаем, значит, до 6-го у нас 7 модулей. До 6-го модуля у нас... проходят большинство, но на 6-м модуле те, кто не проходит, те не могут идти дальше. 7-й модуль – это у нас чистки и чистки людей. То есть все… Чистки себя и чистки людей, да. Это очень такой важный этап, когда ты уже будешь отвечать за жизнь и здоровье другого человека. И мы не имеем права со слабыми знаниями или людей, которые… не в состоянии войти в состояние альфа даже после 3 недель обучения, причем это, ну, я не знаю, это действительно не так и трудно. Вот, войти, если полностью отключить голову и достигнуть состояния безмыслия, все это придет. Просто важно остановить этот диалог в голове, и вы, в принципе, все увидите, как слипер. Вот, вот. Ну, вот так вот где-то. Вера, ты добавишь что-то? Прочитай вопрос, да, у меня были какие-то мысли в голове. Вопрос в том,
Как подготовиться к обучению? Есть ли какие-то специальные техники или, может, какие-то знания, которые нужно почитать? И все ли проходят обучение? То есть, ну, нету ли таких, которые не могут не обучиться? Ребят, значит, вы понимаете, да, что это два человека, гипнолог и слипер. Мы даем сертификаты на обе эти профессии. Но, значит, вы должны понимать, что, в принципе, это гипнолог, который очень много говорит. Да? То есть он разговаривает с сущностями, он дает команды, он, в принципе, ведет слипера с начала до конца. Вот человек, который, ученик, который приходит в нашу школу, он должен иметь элементарный запас слов. Вот у нас был такой случай, когда один из учеников не мог объяснить. То есть у него была куча эмоций, какие-то махания руками, слова-паразиты. Он не был пропущен дальше на седьмой модуль, просто потому что там большая опасность. Ответственность. Понимаете, опасно. Там опасно и для слипера, которого он будет погружать, и человека, которого он будет клиента поднимать. То есть элементарный запас слов. Второе, это холодный ум. Никаких эмоций там не должно быть, когда у тебя в клетке стоят ящеры, гуманоиды, черти, демоны и прочие. Понимаете, они просто будут смеяться над тобой. И ты должен быть сильный, ты должен показать им силу, свое превосходство. В конце концов, это твоя комната диагностики. То есть мы смотрим эмоциональный состав у людей перед тем, как принять их в школу еще. Если это мужчина и женщина, точно так же эмоционирует, он не справится просто там, он подставит опять же клиента или партнера. Да, определенный запас, безусловно, должен быть, может даже чуть больше запаса должен быть. И вы должны просто понимать, что если вы гипнолог и вам не хватает слов, слипер будет невозможно работать в астрале. Он будет постоянно напряжен, он будет пытаться понять, что имел, или не поймет, что сказал гипнолог. Вот. Поэтому мы просим обращать на это внимание. Ну, такие ситуации, когда это очень важно. И это как эмоции. Да, эмоции – это вообще. Мы прорабатываем эмоции, у нас есть курс гипнологии. Большинство блокад, все это убирается, если есть блокады, будет нарушено зрение. Поэтому у нас есть в нашем обучении курс гипнологии, который обязательно проходят все. Очень интенсивные занятия, времени практически нет. По два раза в неделю, между ними еще 3 дня, которые надо сделать минимум 2 сеанса. Один как гипнолог, один как слипер. Вот. И по нарастающей идет, по нарастающей сложность. То есть мы будем приветствовать продвинутых, так сказать, людей, но... Как Вера и сказала, мы никаких магов не будем брать черных, мы никаких не будем НЛП брать, мы никаких не будем манипуляторов брать, мы никаких боевых гипнозов брать не будем, потому что это все темное, черное, демоническое. Мы светлые, и у нас все светлое должно быть. Как лечение, так и обучение. Мы ответили на основные вопросы, и... Такое у нас получилось небольшое видео. А если есть какие-то еще, вопросы... Да, я 2 слова еще добавлю. Да. Да, мы в ноябре как раз открываем 3-й поток. Опять набирается, уже несколько мест заняты. Еще несколько мест стало свободны. Вот, тех, кто проходили у нас уже чистку, мы еще раз приглашаем тех, кто проходил у нас чистку. Мы вас всех знаем. И поэтому будем рады, если вы пойдете дальше, если вы... после чистки развивались, если вы не просто сидели и смотрели видео, но и делали эти все упражнения, о которых мы вам говорили, вот, и чувствуете, что у вас все получается, мы приглашаем вас. Только после наших чисток или встречи с кураторами, добро пожаловать, мы научим вас всему, что мы знаем, но и от вас потребуется немало работы, если вы хотите стать воинами света. Именно так называются наши выпускники именно так, потому что свет всегда побеждает тьму. И из более 1000 сеансов, которые мы провели, 1082 сейчас, вот, все результаты мы видим и знаем. Поэтому у нас такая уверенность, что если к нам попадут правильные люди, мы сделаем из них правильных регрессологов. Не волшебников, еще раз скажу.
Это слово является ругательным. Стать регрессологом-волшебником – это самое страшное. Это люди, которые начинают мыслить глобально и говорят, ну давайте спасать Землю, давайте накинем на нее сетку от рептилоидов. Вот такие вещи. Вот это волшебники, есть, к сожалению, такие люди, которые тендируют к этой тематике. Нам бы не хотелось их иметь среди наших учеников. Те, у кого, кого ведут, те найдут это видео, у тех щелкнет в голове или в сердце, и тот скажет, да, это мое. Или скажет, нет, это не мое. Все просто. И те, кому щелкнет и скажет, это мое, обращайтесь к нам. Время еще есть, проведем чистку. Если вы действительно развитая душа, с удовольствием вас возьмем и дадим вам такие знания. Вот. Но условия, мы сказали свои, вернее, наши желания. Мы хотели бы, чтобы наши выпускники работали обязательно после этого обучения. Потому что это обучение тогда не имеет смысла. Вот. Те, кто начнут обучаться, те поймут, что уже нет, в принципе, пути назад, потому что он знает правду, он знает, как все работает. Если он ничего не будет дальше делать, и сразу говорю, невоспользованные знания забираются. Все. То есть, если у тебя есть какой-то дар, ты им не пользуешься, он у тебя перестает работать, этот дар. Всему этому мы учим. Все остальное можете узнать из отзывов наших учеников на нашем канале. У нас есть такой подраздел отзывы наших выпускников о школе. Вот, они рассказывают о своих мотивировках там, какой путь они прошли, что они сейчас делают, чем они занимаются, как у них получается, кем они были, кем они стали. Это самая важная информация. Я же говорю, у кого, кто должен дойти, тот к нам дойдет. На этом все. Да, и если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях или пишите... Да, пишите или под видео, или Ольге. Пишите, и Ольга будет дальше вам задавать вопросы какие-то, которые ей необходимо узнать. Да, итак, или давать информацию. Мы надеемся, наша эта информация поможет кому-нибудь. И будем рады новым встречам. Да, благодарим за внимание. Благодарим всех за внимание. Благодарю Веру, благодарю Влад. Сам. Всем до свидания, до новых встреч. До новых встреч, всего доброго. До свидания.